Верховной Раде Украины есть коалиция и есть те люди, которые берут ответственность работать на благо Украины. Такой фракции есть. Да, это наступил уже. Тарас, я сейчас, да, депутатам дам слово, но пока, мне кажется, без экспертов не обойтись. Свои собственные политические амбиции может пожертвовать ради народного блага. Понятно. А у нас у многих жажда власти мозги отключает.